Тебе такого не желал. Я хотел, чтобы все было иначе. Нормальная зарплата, жена, дети, семья. Пап, скажи, что у меня есть выход. Быстрого нет. Мы хотим, чтобы вы перевелись в другую тюрьму, кое с кем подружились и добыли признание. То, о ком вы прочтете в деле, убил 14 женщин, а тело у нас лишь одно. Ларри яркие сны. Расскажи о них. В своих снах я убиваю женщин, но это просто сны. Что за тюрьма? Где он сидит? Тюрьма строгого режима для признанных невменяемыми. Я должен поехать жить в ад и познакомиться с демоном. Ни за какие деньги на всем свете. А за свободу? Он подал апелляцию. Он может выиграть суд. В ваших силах его остановить. Не форсируйте с Холлом, или он поймет, что вас прислали мы. Почему ты так на меня смотришь? Будто знаешь меня. Если ты Джимми Стукач, этот день станет очень неприятным. Значит, нужно ускориться. Если он выйдет, он будет убивать. Снова и снова. Если кажется, что есть опасность, она точно есть.